What is happiness for you? Итак, пришлось прерваться. Случайно в процессе хотел сфокусировать, но вот получилось он все-таки сфокусировать. Итак, в этом флаконе мы видим четко взвесь каких-то хлопьев. Посмотрим на этот флакон. Здесь мы тоже видим взвесь, тоже каких-то хлопьев. Смотрим название. Это королевская вешенка, серия 1. Посев сделан 12 января 2015 года. Здесь мы видим шиитаке. Ну, здесь не было датировки полноценной на этом флаконе. Я его датировал тем моментом, когда я сделал из нее контрольный посев. Итак, что бы хотелось сказать? Спрошу вас, чем отличаются два этих флакона? Ну, понятно, датами. Датами, там, штаммами, а еще? А еще они не отличаются фактически ничем. И там взвесь, и там взвесь. Чего-то. На самом деле, что это сказать нам очень непросто, что там растет. Но ответить на этот вопрос мы можем только тогда, когда мы сделаем посевы вот этих клеток, которые хранятся в этих флаконах. А я скажу, что вот я вот лично наблюдаю, идет очень интенсивный процесс роста именно в этих флаконах. Вот наблюдая за ними каждый день, я вижу, что они там не просто хранятся и плавают, они там очень упорно делятся, очень упорно растут. И в этих флаконах мы видим очень активный рост. Теперь, по внешнему виду они не отличаются ничем. Чтобы отличить и понять, что находится внутри, нам нужно сделать посевы этих флаконов на питательные среды. И вот, что я вам должен сейчас отметить. Вот эта культура, которая именуемая шиитаке, при посеве на 2 чашки Петри дала вот такой вот рост. То есть мы видим здесь, что в этом флаконе находится инфекция пенициллина. Если там клетки шиитаке, скорее всего, что они там были, но в процессе взаимодействия, даже я не знаю, как сказать, на начальном этапе они показали все-таки активный рост белой пушистой культуры, вроде бы похожий по внешнему виду на все-таки на культуру грибов, но в дальнейшем они превратились в вот такую зеленую субстанцию. Можно было бы еще делать какие-то сомнения относительно того, что инфицирование произошло в процессе посева, то есть попала инфекция под стекло и клетки были инфицированы, но здесь тоже сделан посев этой же самой культуры. Здесь мы видим шиитаке серии 1. Это посев вот из этого флакона. И уже с уверенностью на 100% можно сказать, что в серии 1 это есть полнейший брак. То есть культуру из клеток шиитаке из этого флакона мы вырастить не сможем, потому что там живет инфекция. Вот таким вот образом мы определились. Значит, вот те флаконы, которые находятся внутри, при посеве вот на флаконы, а также на пробирки, которые находятся в ламинарном шкафу, показали чистый, хороший рост именно клеточной культуры грибов, вешенки, там розовые вешенки. Ну, значит, как вы поняли, такое явление имеет право быть. И относительно порывов клочья. Если еще при посевах на стекляшке мы можем что-то более-менее относительно этого сказать, там по цвету, по росту, по скорости, по всему остальному, то относительно флакончика, не имея полноценного опыта, здесь сказать вообще ничего невозможно. Это, к слову, тем начинающим таким вот микологам, которые рьяно пытаются, насмотревшись видео в интернете, посмотрев мой канал,
посмотрев на какое-то такое мое отношение к этому всему, начинают стартовать из того, что они хотят сразу заполучить какие-то флаконы, значит, саму культуру, и буду дальше с ними работать. Я немножко вас здесь так приземляю, к тому пониманию, что не совсем здесь все так просто. И для того, чтобы приступить к работе вот с такими культурами или вот с такими культурами, нужно иметь опыт работы просто обыкновенно вот с такими, для начала, культурами. Тогда придет понимание, что вы делаете, как вы делаете и почему происходят у вас те или иные результаты. Теперь, возможно, продолжение этих материалов, потому что здесь мы озвучили вот этот флакончик шиитаки, значит, в серии 1. Теперь есть вопросы к этому флакончику королевской вешенки серии 1, для того, чтобы узнать, а что же находится в том флаконе. Нужно посмотреть на те результаты, которые посевы, на те пробирки, на которых я сделал контрольные отсевы. И нам нужно забраться вот в этот волшебный ящик. И если вы хотите увидеть, что происходит в этом волшебном ящике, то под видео есть вот такой значок. Если вы на нем сделаете клик, то завтра я вам расскажу что-то очень важное.